Чё, захуярили, да? В гараже людей. Да не, они еще живые. Серьезно, еще живые? Ну, мне кажется, им пизда, они, блядь, сейчас они коробку туда поставили, блядь, они сейчас и обратно, блядь, вентиляцию, блядь. Пиздохую. И пизда. Правильно, да, блядь, то, что я оттуда свалил, ёпта. Хуй там делать? Блин, а чё ко мне-то? Блин! А потому что ты последний почти. В смысле я последний? Там двое еще живые есть. Ну а ты вот вкуснее. Что? Да хули они меня вынудили выйти? Ты что говоришь? По поводу респы? Да, да. Так, блядь, это не начало раунда. Это все равно. Все равно. Блядь, Каспи, блядь, ты еще один человек, который уже, блядь, это... По второй раз уже... Короче. Почему создали правило не бомбить респу? Объясни мне, пожалуйста. 4, 3, 2, 1. Он не знает. Ты, ну ты-то вид должен знать, потому что ты один в конце концов. Ты долго тоже играешь на серве. Ну это в любом случае нельзя стрелять. В смысле, в любом случае нельзя стрелять? Нет, нет. Его, Каспи, его обстреливают только в том случае, когда, понимаешь, начало раунда и когда мало зомби. По-твоему, сейчас было мало зомби? Нет. Не, ну за тобой бежали, это да, можно. Пацаны, как играется? А пацаны? Нет, вас опять здесь до хера. Чё, видели? Я не могу, меня держат в плену. Плевок. Угадайте, кто. Бой. Так, итак, можете сесть кто-то меня, пожалуйста? Спасибо. Да не знаю. Так, обзор открылся. Я не бьян тебе чаду. И давай. Только пустите меня, дочка. Ладно, давайте, я через час еще приду. Как так? Потом апаки получил. Десять,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я бегу. И дверь, блин, не открыли. Пацаны, мы дверь не открыли. Мы гараж не открыли, пацан. Иди. Давай, блин, быстрее. Блять. Он там сидел. Я даже не посмотрел, да, я только заразился. Так, вот этот может тут стоять, ребят. Никакие плевки нас не заденут. Кто первый заразился, кто стал с танка? Я так и не понял. Который вот этот... Кто открыл? Не подходите, а то опять заразитесь, не подходите. У нас денег на антидоты нет. Да новый вирус в городах. На башке корона, и все ходят на понтах. Королем себя считает каждая глиста. Лайков дофига, а в голове да пустота. Ра-та-та-та-та. Помидорчик, ты задолбал. Здорово. Сейчас заразят. Кто-то говорит не трогай, а кому-то насрать, они говорят меню. Они пошли, но сейчас пойдут уже. В середине раунда. Тогда почти все заразят и все. И к нам придет полная лавина. Фух, мне и нанесли урон, ребят, мне нанесли урон, я успел. Рыжий кошмар, ты идиот! Ты подумай хорошенько, какому ты идиоту говоришь. Ты сначала взгляни, на какой лову у тебя и у меня. Ты а я сейчас вини? Хочу сдохнуть. Хочу спектрал уйти. Ты сейчас вини, то, что у тебя 29 хп. Я знаю, я хочу сдохнуть и уйти спектра. Пусть плюют. Тем более я это спецом делаю. Ну, спасибо. Половина нас подохла. Нас мало. Очень мало. Держитесь рядом с коробками. Не позволяйте близко подходить к плевальщицам. Они опять что-то приют. Блять, я в натуре в этот гараж, блядь, кто ему будет в него заходить, я каждого буду проверять, блядь. Если, блядь, взял танка, значит пидорас. Да я шучу. Не, ну, блядь, серьезно. Так, сука, блядь, близко стоят, блядь. О, кровосмокер идет!
Я выживу. Ничего, Гал сохранится до следующего раунда. Той нычки все сдохли. Нет, сохранит. У меня, если дуалом финит сохранятся, то значит и Гал сохранится на следующий раунд. Я подох к героической смерти.